просто экстаз. Все фирменное, красивое, хорошее, приятное. Я готов говорить об этом без умолку. Это лучше вырезать. В наборе графитовые карандаши с древком, графитовые карандаши без древка, палочки разных размеров и мягкостей, растушевка, пластик и точилка. Бумага Люма для смешанных техник. Попробуем. Помимо того, что можно делать обычные вот такие штрихи, как мы делаем карандашами, есть вот такая фича. Что в итоге можно сказать о наборе? На мой скромный взгляд, набор сбалансированный, оптимальный, то есть здесь только самое необходимое. 4 карандаша, 3 монолита, художественные мелки, дополнительные инструменты. Все это очень важно. Материалы очень приятные, карандаши по ощущениям гораздо мягче, чем любые карандаши, которые я пробовал до этого. Набор еще входит вот такой конверт, в котором у нас есть... Что у нас есть? Наждачка. Она нужна для заточки карандашей. Многие из них не приспособлены для того, чтобы затачивать их точилки, поэтому наждачка — это объективно бонус к этому набору.